Новопосадского района, значит, то они у нас, ну, вы у нас, точнее, в зеленой зоне, значит, здесь дома, мы проводили выборочную проверку, дома подготовлены к зиме, так что можно зимовать и спать спокойно. Спасибо, следующий слайд. Процедура лицензирования была завершена. Если до лицензирования в Сергиево-Посадском районе работало 44 управляющих компаний, то теперь 35. Значит, те дома, которые были во время управления тех организаций, кто не получил лицензии, они были не повышены. Значит, оперативная администрация сделала муниципальную конференцию КЧС, и до настоящего времени они уже эффективно управляются. Следующий слайд, это видеорейтинг управляющих компаний. Да, рейтинг, пожалуйста, ставьте. Значит, группа Чериска, значит, группа нормальных организаций. Поэтому, как бы, так сказать, не зря правильно было сказано, что была в хорошем смысле зачистка проведена. То есть те компании, которые, так сказать, не были социально ориентированы на жителей и плохо работали, они как бы лицензии не получили. Так получилось, что они, так сказать, не соответствовали критериям. Значит, по получению губернатора, значит, госинспекции ведет рейтинг управляющих компаний. По процедуру лицензирования было 785 управляющих компаний, сейчас это больше, поэтому, значит, этот рейтинг, следующий слайд, этот рейтинг мы ведем, значит, и в этом году уже по итогам опубликовали, значит, на нашем сайте за 9 месяцев рейтинг, и в декабре публикуем рейтинг за уже полный год. Значит, что касается многоквартирных домов, значит, то необходимо создать, значит, ну, создать 1368 советов, создано 804 совета, составляет 58,4%. Это больше, чем в среднем по области. То есть по области у нас 51% советов на сегодня создан. Но есть к чему стремиться. То есть нужно тоже активнее управляющим компаниям администрации инициировать собрание жителей для того, чтобы в каждом доме у нас был создан совет. Значит, немного о работе госжилинспекции с общественностью. Мы первые в России, госжилинспекции Московской области, создали и реализовали институт общественных и жилищных инспекторов. Значит, то есть у нас встречи всевозможных, мы ввели, скажем так, ну, картотеку активных людей, значит, проводили тестирование, собеседование, и в результате 42 человека получили удостоверение общественного жилищного инспектора. Значит, мы их скоординировали своими территориальными отделами, кто занимается, ну, жилищной инспекцией, и в настоящее время инспектора, значит, ну, самостоятельно и совместно с нами, без контакта с управляющей компанией, должны проводить проверки. Вот один общественный жилищный инспектор из Сергиево-Посада у нас есть. И 5 кандидатов еще подали документы. Если здесь есть коллеги, здесь наш есть общественный инспектор. А вот он, да, здесь. Значит, так, еще одно тоже, так сказать, ноу-хау и жилищной инспекции. Тоже первые по России мы сделали, и пока единственные жилищные инспекторы. Инспекция инициировала деньги двери управляющих компаний. Это когда управляющая компания в выходной день, ну, скажем так, по-простому ставят стол-стул во дворе, ну, плюс открывают свой офис в выходной день, общаются с жителями, отвечают на вопросы, на ответы, в том числе ведут нормальную свою деятельность. Вот, ну, как одно из, да, у нас в Харькове хотели написать, что одна суббота в месяц будет рабочей управляющей компании, потому что многим жителям не всегда удобно из дома с работы отпрашиваться и бежать за какой-то справкой или каким-то документом. 15-й слайд. Здесь мы видим как раз, значит, сколько приняли участие управляющей компании и в этой акции, значит, сколько людей присутствовало. И у нас в конце октября будет такая же акция, поэтому все управляющие компании, как раз Сергиево-Посада, призывают к ним присоединиться. По информационным стендам, значит, программа губернатора у вас выполняется, значит, дворовые стенды присутствуют, значит, подъездные стенды присутствуют. Единственное, что не всегда, к сожалению, информация, ну, та, которая была бы людям необходима, иногда ее заклеивают рекламой, поэтому то же самое надо следить, отдирать и вывешивать то, что требуется жителям. Муниципальный жилищный контроль тоже создан в вашем районе. Значит, в 2014 году работа велась, в 2015 году работа велась. Поэтому надо активизировать работу 2015-2016 года. Будет не рука, потому что первый ряд видно, дальше уже сливается. Это либо папка, либо бумага, то есть то, что будет видно. Спасибо, Давай Дмитриевич.